Шпунтик. О, ой, ой, боже. Вы делаете. Или шпунтик. Ходит за другой. Слушай, что Жень расстраивает, строит. Девочка или мальчик? Она маленькая, чтобы броня переезжать еще. Но большая же в детский сад переезжать. Это что, большая детский сад переезжать, да. И маленькая к этим, да? Да. Она там либо парни ее загуляют сильно, либо она там подростков загуляет сильно. Она еще дитё, ей 3 годика только. И это она до какого возраста? В одиночестве. В одиночестве? Тай, думаю, что уже с весны будем переселяться. А вообще считается, что только в 6 лет станет взрослым. Скучно, да, одно. Скучно тут, скажи, посадили меня, наказали меня. Ой, я осадил еще один этот. Ой. А как вот это, что это у вас за рыбки? Ой. Карпкои? А где они вообще водят? В Японии. В Японии? А зимой куда их? Тут и зимуют везде, куда. В воде? В том нет, а вот в этом зимуют. Здесь глубина 1.5 метра, им для зимовки больше не хватает. Они замерзают, да? Кого-то позвали, залазят, сразу в какую залезли, а лев там вверху стоит. Мама, где ты видела белую ёлку? По телевизору. А ты там на жопке тоже есть. Мама, давай строить на ёлку? Грузицы и тигрицы. А там тигр со львом живут, гляньте наверху. Угу. А как это они там? Молодые. Пошлите, я пойду. Thank you.
Господи, а шкура понимается. Слышь, зубы какие у него. Обиделся. Ну, это же тут с мужиком. Петь будешь? Мявкать. Жених. Да. Вы пристают. Он идет домой. Пойду домой. Это что же фото? Малыш, они маленькие, две сестры, но в смысле, вот там вот были. Это такие же, то есть один двое здесь, двое там. Мальчики. Но это все те же родители, да? Четверо их, да? Это все одна семья, да. Четверо было, ну, выводку было четверо. Две девочки, два мальчика. Девочка-мальчик одни здесь, другие там. Вечером отправятся обратно к родителям. А, так вы их отдаете родителям? Да, конечно. А родители, как вы их забираете у родителей? Выманиваем или детей, или родителей со внешней стороны запаха, ну, барьера, да? И во внутренней стороны заманиваем детей или наоборот. То есть существует каждый вольер, кто маме хочет. Да, маме хочет. Отпустите меня. Ну что, можно сфотографировать? Давайте попробуем. Какая это будет? Смотрите, считается 50 гривен с ручек. То есть вокруг вас может быть несколько человек, но это считается 50 гривен. Если... Я буду ставить... Ну ты с детьми, давайте, короче, да, с детками. Между лапок на животик вот так вот ладошки ставить. Кабася. Ой, да, может он вот так захочет. А ты как хотел? Садись или как?